Всем привет, друзья! С вами канал Сельхозпеределкин. Сегодня у нас 18 июля 2015 года. На данный момент, на вечер 18 июля, я сделал отметку в группе ВКонтакте, что голосованием выбрано название шоу «Осторожно, лохотрон». Отныне оно так пока что и будет называться. Или кто-нибудь поярче что-нибудь придумает, но пока что будет так. Значит, эта серия относится к видео про продажу тракторов Витька и Юрца, моих подписчиков и моих друзей, с кем я общаюсь. О чем речь, они все в курсе сейчас. Значит, скажу сразу, серия эта выдалась не такая яркая, как моя первая даже с продажей моего трактора, потому что эта скотина не берет трубку. Но, опираясь на то, что этот номер уже мне знаком и вам знаком по видео, ссылку вы увидите сверху экрана с первой части, в которой я только знакомился, пробовал в этом шоу. Эта скотина, тот же самый Сережа, этот же Анатолий и так. Поэтому я вылаживаю, опять же, эти все три номера в описании видео и номер расчетной карты тот же, потому что телефон тот же. Значит, до него я не смог дозвониться, он не берет трубку. Вы, как хозяева, Витек и Юрец, сделайте так, чтобы объявления закрылись, потому что я ж не имею этого делать права. В принципе, серия, опять же, не такая яркая, но стоит посмотреть ее. Она получилась короче. Все, на этом спасибо. Чуть-чуть не забыл. На будущее, ребята. Для тех, кто найдет что-то подозрительное объявление, с чем-то, что-то, как-то, сообщайте мне в личку объявление, ссылку с объявлением. Потому что эта скотина, наверное, все просекла, он, наверное, там не один, и поэтому у нас ничего не удается. Все, всем спасибо, приятного просмотра, пока. Итак, начнем. Сегодня, как я уже говорил, у нас трактора Виктора и Юрия, моих подписчиков. Значит, эта скотина, Анатолий, так называемый, вот он, типа из Днепропетровска. Вот его номерочек 098-870-2205. Это тот же номер, что и в первой моей части шоу звонил мне на номер и говорил, что, мол, я ему звонил, и тра-та-та, и ля-ля-ля, ему пришла смс-ка. Получается, это одно и то самое кодло. Значит, в объявлении он пишет. Также имеется МТЗ-82-1, не растаможен, документы имеются, перевозка по Украине без проблем. Ну да ладно. Значит, фотографии смотрим. Вот этот трактор, это Юрия трактор, можем замечать, нету конца трубы глушителя и правого поворота с габаритом. Вот видно, провода торчат и все. Это Виктора фотография, он мне лично ее сбрасывал, и это тоже Виктора. Вот трактор Виктора с выхлопной, с габаритом и поворотником. Еще один важный аспект, который я забыл указать, это передние колеса. Значит, у Виктора они, не помню размер, ну, больше, короче, вот на тракторе Юрия 11,2 на 20, получается, как у меня на 82,1, а у Виктора уже они там на 20, но пошире, я не помню размера точно. Значит, вот это опять Юрия трактор без выхлопной, как можете заметить. Но тут есть прикол. Сейчас, по-моему, в этом объявлении, я не помню, в фотографиях, их даже, по-моему, вот, ну, МТЗ, смотрим теперь, у него, как он говорил, МТЗ-821 есть. Вот, смотрите, левое заднее колесо, рисунок протектора стоит правильно, не так ли? Сейчас идем дальше, пожалуйста. Вот, МТЗ-821, и колесико уже, оно гребет назад. Это как получается? Это что? Как понимать вообще? Вот. Как можно заметить, рабочие фары опущены вниз и напиханы диски, CD-диски вот под панель. В этом же рабочие фары стоят наверху и никаких дисков и вблизи не вспоминалось. Так, ну это вообще левая фотография, молчим. Значит, дал, нашли пацаны вчера объяву 14 июля, нашли объяву вот на 5 сайтах, получается, на Autos.ua, такие же фотографии, тоже все. Вот, не растаможен, перевозка по Украине. И дебил, он настолько дебильный, что он даже написать нормально не может. Вот, не растаможен, документы в наличие. В наличие, чичае он хочет, чи наличие, что он там хочет, этот Анатолий. Ну да ладно. Вот, пожалуйста, на OLX точно такие же объявления с таким же номером. Автория уже знакомый нам сайт и Автомото.ua, я вообще о нем не слышал. Сейчас мы уже будем его набирать. Сейчас я попробуем точнее набрать, дай бог возьмет трубку. А нет, будем хотя бы сегодня, 15 числа, ловить его, вылавливать. Что ж он нам запоет? Вот, пожалуйста, номерочек мы набрали, вот этот 870-2205. Первый, да?
повезло, как всегда. Сделаем сейчас паузу, попробуем позвонить позже. Ну что, друзья, сегодня у нас уже 18 июля 2015 года. Нужно заканчивать с этими объявами. Сейчас попробуем ему еще раз набрать, и уже что-то надо, короче, заканчивать. Давай, набирай. Вот, номерок все тот же. Толик наш, любимый дружок. Давай, набирай. Громко выключай сразу. Да все понятно, что Вицутни. Ох, так, значит, на этом мы будем заканчивать эту серию. Конечно, она не удалась так, как хотелось бы. На будущее, в предисловии вы уже увидели, что я от вас хочу, чтобы эти серии удавались. Но все равно хозяевам советую, конечно же, позакрывать объявы все-таки как хозяева. Потому что уже который день мы к нему дозваниваемся, он выключен. Наверное, все-таки просек эту тему, потому что мы в открытую на стене прям начали обсуждать эти все вещи. Все, друзья, спасибо за просмотр, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, пока.